Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Рэм, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт, но не в обычный Майнкрафт, а с модом на драконов. И как вы помните, в прошлой части мы остановились на том, что Градусу мы нашли от этих самых редких райских драконов. И знаете, что он сделал? Он, короче, это самое, выбрал свинюшку себе. И что-то он где-то здесь летает, либо он опять отправился в район, сказал, что у него там какие-то незавершенные дела есть. В общем-то, и ладно, неважно. И Юни где-то здесь тоже, она пошла на разведку и зачем-то забрала моего беззубика. Непонятно зачем, полетела сразу на двух драконах. Юни, ты здесь? О, деревня. Это, кстати, не моя деревня, я здесь ни разу еще не был, поэтому надо бы туда сейчас сходить. О, не понял, здравствуйте. Беззубик, о, дневная фурия. Так, Юни, я знаю, ты здесь. Юни, случайно не видели? Нет, и не видел, нет. Они же разговаривать не умеют. Ну да неважно. Как вы видите, у меня в инвентаре огромное количество всякого барахла. В принципе, это вот так вот все можно сейчас отсортировать. И жареная свинина, это пригодится. Опа-на, что я вижу здесь? Огородик. Я люблю, я сейчас буду тут все добывать. Житель, здравствуй, ты случайно эту самую Юни не видел? Ха, изумруда. Да какие изумруды, Юни, говорю, не... Ой, ты, извините, я не хотел. Это, короче, не я, это так и было, ага. Так, ладно, давайте пока что добудем пшеничку. В принципе, она мне очень сильно пригодится, поскольку из пшеницы можно сделать хлеб. А хлеб кто у нас любит? А, правильно, утенок Джек. Мистер Кролик, вы не видели, да куда ты попрыгал? Я... Ой, извини, житель, я и не хотел. Чем-то торгуешь, ага. О, нифига себе, а это довольно-таки выгодно. В общем-то, ладно, неважно. О, смотрите, сундук, да-да-да, здесь точно была Юни, 100%. О, пшеница, картошечка. Так, и у нас появилась одна ядовитая картофелина. Надо ее вот сюда вот. Тьфу, до свидания. Ребят, но пока что я ищу не, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк и также напишите свой топовый комментарий. А вот комментарий из-под прошлого видео. Чем смешнее и креативнее ваш комментарий, тем больше шансов попасть в видосик. Ну ладно, а мы продолжаем. Так, где-то я видел тут каменный мост, который, скорее всего, построила Юни. Вернее, не мост, а эту лестницу. Ну, в общем-то, я это самое. Да, у меня бед с башкой, все дела. В общем-то, закрываем дверь и... А! Что это? Юни? Юни, это ты? Юни, здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. Не, это не похоже на Юни. Настя? Настя, это ты? Нет, Градус? Ой, а! Оно шевелится! Бежим отсюда! Так, ладно, по-моему, надо взять себя в руки. Аккуратненько. Так, что это вообще может быть такое непонятное? Дратути. Опа. А, это обычная вешалка. Я просто... гений. Какие-то эти штаны. О, это какие-то улучшенные кожаные штаны. Неплохо. Так, это сюда. Надо, короче, здесь все забрать. Ну, слушайте, по-моему, у Юни не было таких вещей. Особенно головы дракона. О, вы посмотрите, теперь я реально повелитель драконов. Это классно смотрится. Тем более в этой вот броне. Неплохо. Так, она реально очень топово выглядит. Надеюсь, там никого нет. Никто не пришел так. У нас, короче, если что, жители, у нас тут все закрыто, они не заходить. Так, опа. А, это что такое? Алмазный вархат. Хаммер? Чего? 10 урона, ничего себе, у этого самого, у алмазного топора 9. Кроссбоу, это арбалет, как я понимаю, так, это все мне надо, да, это мне пригодится, это все сюда, да. А здесь у нас, о, жареная баранина. То есть, вы хотите сказать, что я зря добывал всю эту пшеницу? Ну, ладно. Так, ладно, блин, на самом деле, с этой головой дракона я обожаю бегать, и она, мне кажется, очень классно подходит. И когда я бегу, он еще этот самый рот открывает, это странно. Ладно, я бы хотел проверить вот эту вот штуку, это какой-то, я не знаю, молот или что-то типа того. Надо дождаться ночи. Эх, надеюсь, это будет не так долго. А, что? Ну, не настолько же быстро. Окей, спасибо, бог Майнкрафта. Я побежал проверять свой новый этот самый меч или топор, или что это такое, непонятно. О, я вижу врага. А, нет. Пухля, привет. Я это самое, ты не против, тебя убью, да? Ой, нифига себе, с одного удара убил. Нормально так. Ты ничего не видел. Никаких свидетелей, все. Уходи отсюда. Правильно, давай. Так, где все зомби, криперы, скелет? Ну-ка, идите-ка сюда. Так, это беззубик. Полетели, короче, это самое, на разведку. Блин, как же с него сложно взлетать все-таки. О, а вон и эти самые враги. Ладно, беззубик, тебе надо... Ай, да что ты в кустах застреваешь? Ладно, сиди здесь и никуда не уходи. Ай. Опа, на первый зомби. Нифига себе. Так, сейчас мы тебя... О, это получается, сколько я ему ударов нанес? Ты за мной летишь, бро? О, это самое, сядь. Лучше просто присядь, отдохни. Там криперы, там опасно. Да, сядь ты уже наконец-таки. Вот так-то лучше. Так, и где здесь все крипер? А, кстати, ребят, насчет беззубика. А что будет, если взять, короче, это самое, беззубика и дневную фурию и скрестить их? Что получится? Неплохо.
неплохая такая у меня мысль проскочила. А давайте это днем проверим как раз таки. Возможно, выйдет какой-нибудь, не знаю, чудо-юдо или супер крутой, редкий еще один дракон, которого ни у кого не будет, кроме меня. Поэтому надо обязательно проверить. Так, раз удар, два удар, три удар. Три удара. Написано 100% скорость атаки, хотя что-то как-то там вообще не 100% было. Ну ладно, окей. Ой-ой-ой, чё это такое? Не понял, это вообще законно так делать? Ну ладно, побьем листву в... А когда атакую, когда атакую, все очень быстро проходит. Ну окей, это довольно-таки странный предмет, странный артефакт. И кстати, я вот знаете, что не могу понять. Драконы на месте, а какие-то всякие артефакты тоже имеются. Но куда делась Юни? Ребят, напишите свои предположения в комментариях. Я надеюсь, что с ней все хорошо, ее не придется ниоткуда там спасать. Так, ладно, надо быстренько переночевать. А, житель, ты меня напугал, там, короче, этот житель стоял. Да хватит, а, еще один, давай офигели, блин. Ладно, буду спать вот здесь вот. Ой, чё? Я только лег, в смысле, уже день наступил. Ты чё, аферист? А, ты даже не градус. Хотя, кто тебя знает? Градус, это ты? Признавайся. Опа. Не-не-не, это всё-таки не градус. Интересно, каким образом можно скрестить двух драконов? Вот это хороший вопрос, на самом деле, поскольку у меня есть, это, курица, у меня есть яйцо, у меня есть сырая свинина и косточка. А, кстати, собак можно скрещивать с помощью косточек, поэтому давайте попробуем. Так, ты и беззубика не видела? На, кость, на, кушай. Ой, я не хотел на тебя садиться, нет-нет-нет-нет, так, сидеть, сиди, на косточку, будешь, нет, не будешь, ну и фиг с тобой. Опа, крипер, так, аккуратненько, нет-нет-нет, не взрывайся. Так, ладно, чем же вас покормить таким? Картошкой, точно, ты будешь картошку? Не, он не будет картошку, ладно, подождите, стойте, ребят, а я забыл совсем, я же там какой-то сундук непонятный находил, надо посмотреть, что вообще там такое интересное. Только вопрос, где он? А, вот, здравствуйте, вот сейчас вот так по крыше, опа, паркур, опа, я себе эту коленку походу сломал, но ничего страшного. До свадьбы заживет. Надо, блин, поесть срочно. У меня 64 баранина, оказывается, лежит. Так. И что в сундуке? Это что за какие-то лапы? Или что это? Не понимаю. А, или это самое? Трава какая-то. Надо сейчас... Подождите, так, подождите, стоп. Это у нас, короче, какая-то Dragon Nip. Непонятно, что такое. А что, если с помощью нее можно будет сейчас взять и этих драконов размножить? Так, где беззубик, где гневная фурия? Опа, еще один крипер. Так, ребят, подождите, я же не опробовал свой арбалет. Опа! Не понял, а ты что не стреляешь? Так, подождите, а я понял, его надо, короче, вот таким вот образом заряжать, и потом вот так вот прицелиться и стрелять по криперу. Неплохо, так, это, иди сюда, опа, нет, житель, зачем ты мне попался, блин, под руку? Вот так вот тебе, о, все, убили, неплохо. Кстати, ребят, если бы вы хотели, чтобы я вернулся к себе домой, к Джеку и Насте, и рассказал им о новых драконах, которых я нашел в этих неизведанных землях, то обязательно напишите в комментариях об этом, потому что, я не знаю, либо мне продолжать мое путешествие и дальше открывать какие-то новые штуки, например, такого вот чудика нашел. А вдруг там что-то еще интереснее будет? А, непонятно. Либо же вернуться домой с беззубиком из дневной фурии уже и начать это самое, развивать свою территорию вот там вот. Поэтому это для меня реально очень важно, напишите в комментариях. Будешь вот это кушать? Держи, опа. В смысле? О, подождите, он что-то это, по-моему, что-то ты завертелся. Ну-ка, а если тебе дать? Так. Опа. Ой-ой-ой-ой, что происходит? А, ребята! Ой-ой-ой! А, чего? Это что такое? Беззубик? Это кто вообще такой? Почему он зеленый? Чего происходит? Какого фига? Не понял. Так. Это получ... Подождите. Молодой человек, это самое. Как вас назвать? Он чем-то мне напоминает утенка Джека. А на тебя можно это полетать немного? Ну-ка, не, полетать на тебе нельзя. Не понял вообще. Как с тобой быть? Ребята, напишите в комментариях, как же мне называть вот этого чудика смешного. Подождите, он ласкается ко мне. Давай мы сейчас быстренько тебе построим будочку. Это займет буквально пару секунд. Так, и опа, все, я построил для тебя будку, теперь ты будешь жить вот здесь вот. Пока что ты будешь без имени, но ты довольно яркий, красивый и интересный. Надо будет себя показать ребятам. Кстати, насчет ребят, где там Юни? А что если тебя покормить этим самым свининой? Так, ой, чуть-чуть. Ребят, по-моему, моя будка, короче, руки растут у меня из... Так, беззубик, признавайся, кто это и откуда он? Ну-ка, говори быстро. Чё ты так смотришь? Выкладывай все. Прямо сейчас. Ты чё отвернулся? Ты чё, офигел, что ли? В общем-то, ладно. Ну и что ты тут бродишь, этот чудик смешной, дурачок? У меня есть небольшая теория. Подождите, смотрите, он зеленый, да? Пшеница тоже зеленая. А что будет, если взять, короче, кость, сделать костную муку и это самое? На него тыкнуть. Да не, бред какой-то. Ну давайте попробуем. А! Чего?
Ты кто? Ты офигел, что ли? Это что такое? Это как он вот из этого зеленого маленького вот в этого. Не, ну нафиг эту костную муку, нафиг реально, иди просто. Ты вообще, что за чудо-юдо такое? Так, главное, не нападай. У меня есть этот самый арбалет, у меня есть этот самый топор, и у меня есть какая-то овальная штука. Понял, да? Понял? Я опасный. О, смотрите, я вижу у него зуб. Так, ладно, все, не подходи ко мне, не подходи ко мне, бро. А на тебе можно полетать? Ты, кстати, выглядишь намного опаснее, чем мой беззубик. Но при этом беззубик все равно самый милый у меня. Ну, и, конечно же, дневная фурия тоже. Ну, не обижайся, что ты сразу отворачиваешься? То есть вы хотите сказать то, что этот маленький зеленый детеныш был сыном беззубика и дневной фурии, и теперь он превратился вот в это. С помощью костной муки. Понимаю. Ну что ж, окей, давайте дождемся ребят. Но пока что их буду ждать, ребят, на этом все. Можете переходить по вот этому плейлисту, смотреть вот этот и вот этот ролик. Ну, а с вами был я, Райм, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. О, вот так-то лучше.